Друзья, всем привет, это канал Около Кальяна. Решился я все-таки на нем собрать в кучу все лайфхаки, которые есть в принципе в вот этой Около Кальяной теме. Плейлист «Кальян Баян» от проекта «Около кальяна» создан специально, чтобы собрать лучшие кальян-хаки из мира кальяна. Подпишись, жми колокол, и ты всегда в теме. Ну, лайфхаки слово уже немножко достало, поэтому все вот эти вот фишечки, примочки, как авторские, так и идеи чьих-то других блогеров или, возможно, просто курильщиков, кальянщиков. Сегодня у нас очередная модернизация моей команды. Перед этим мы рассверлили клапан для того, чтобы было проще продуваться. Видео есть на канале. И сейчас я решил сделать такую штукенцию, которая очень сильно мне доставала меня. Это вот когда шланг кладешь классическим способом, он постоянно вот этим вот... свистком касается пола, кальян на полу в основном стоит, и это как-то неприятно, и когда его закручиваешь, вечно падает. Короче, в общем, решил я попробовать сделать подвес для шланга на классической команже от Мамуна. Нашел вот такой вот похожий примерно расцветки уголок, самый обычный, и собственно делаем. По ходу все поймете, наша задача его выгнуть. Плоскогубцы сразу рекомендую использовать старые советские, потому что фиксовские сразу разлетаются моментально. Такая примерно борода. Теперь у меня здесь сверло, четверка, это как раз диаметр уголка, и четверка у меня заклепки идут. Буду делать все на глаз, надеюсь, что не промахнусь. Неохота мне все это вымерять, но если вы в себе не уверены, можно отмерить четко, чтобы уголок зашел куда нужно. Я примерно край лепестка лотоса вот этот вот для себя приметил. Сверлить буду на низких оборотах, прямо так вот в руках. Примеряем, есть контакт, заряжаю клепку. Ну, собственно, как-то так. Не скажу, что очень страшно выглядит. Сейчас проверим. Так, ну, вставлять я рассчитывал не снаружи, а все-таки немножко как бы протыкать. Уф, какая-то такая борода. Кому она пригодится, я не знаю. Покурил. Ставил. Чуть-чуть дичью, да, попахивает? Но попробовать стоило. В принципе, если его чуть протолкнуть, то он уже нормально себе висит. Никого не трогает. Но убирать я его не буду в любом случае. Пусть себе будет. Ну, на этом все. Короткие лайфхаки. Регулярно будут на этом канале, авторские, не авторские, в общем, все прикольное для кальяна. Пока.